Интеграция образования, науки и инноваций – это основные принципы Назарбаев университета. В областном центре прошла профориентационная встреча местных педагогов с представителями ведущего вуза страны. На ней побывала и моя коллега Дарья Пышминцева. Современный, интенсивно развивающийся и предлагающий массу возможностей – все это Назарбаев университете. Ведущее международное исследовательское учебное заведение было основано в 2010 году по инициативе президента Казахстана. Сегодня его представители приехали в Северный регион для того, чтобы провести информационно-разъяснительную встречу с местными педагогами. Символично то, что эта встреча проходит в стенах Орли в канун Международного дня учителя. Ведь кто, как не учитель, понимает глубину, мудрость принципа «education through the life» – образование в течение всей жизни. И основным содержанием данной встречи станет информация, очень важная, ценная информация о том, каким образом педагогические работники, в том числе состоявшиеся учителя или молодые учителя, могут продолжить свое постдипломное педагогическое образование. Назарбаев университет предлагает несколько направлений докторантуры и 7 магистерских программ. В числе Высшая школа государственной политики, образования, бизнеса, гуманитарных и социальных наук и другие. Для того, чтобы стать магистрантом университета, нужно иметь IELTS. После этого вы проходите интервью с членами приемной комиссии. После вас либо рекомендуют на обучение, либо нет. Есть перед докторантурой подготовка и магистратурой. Вы подтягиваете целый год вот язык, если у вас есть, например, проблемы с английским языком. Обучение полностью в нашем университете проходит на английском языке. Вся эта информация доступна на нашем сайте. На встрече собрались 116 педагогов. Такие информационно-разъяснительные собрания ежегодно проходят во всех регионах страны. Дарья Пышминцева, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК.